Так, так, так. Мне кто-то челлендж кинул, значит, да? Какой-то мистик, какой-то лагерь мне кинули челлендж. Чтоб я прошел их паркур, как я понял. Кидать человеку, который ни разу в жизни не проходил паркур, паркур-челлендж, не самая лучшая идея. Я не так часто отвечаю хейтерам, ютуберам. Да и возиться я с вами тоже не буду. Мол, спасибо, что кинули челлендж! Нет, я вам просто надеру задницу. Постараюсь, по крайней мере, потому что я никогда в жизни паркур не проходил, мать вашу! Ладно, тогда я вам кину челлендж затроллить моего подписчика, который троллит меня флешкой. Потому что реально, кидать челлендж человеку, который ни раз в жизни паркур не проходил, ну, такое себе занятие, но ничего страшного. Я бы, конечно, отмазался и просто бы проигнорил это все дело, но мы все прекрасно знаем то, что у меня это не получится, потому что под каждым моим видосом... Эдисон, тебе кинули челлендж! Эдисон, тебе кинули челлендж! Тебе кинули челлендж, Эдисон! Поэтому проигнорить у меня вряд ли получится. Поэтому в этой серии я пройду этот сраный челлендж. Я... Кого я должен победить, подождите? Лагера, да? Ни Мистика, ни Аида. С Аидом... В паркуре я 100% не буду состязаться, потому что Аид, как я знаю, задрот мини-игр, задрот карт, а я задрот жизни ютубера и задрот флешки, это вообще разные стихии, но мне кинул челлендж лагерь, поэтому лагеря я должен выдручить сегодня, извини меня, всего лишь один раз лагерь. Один раз, не звезда раз, как говорится. Я никому не расскажу, но ладно, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, сначала я должен... Все это пройти. Здорово, Димастер! А потом я и буду говорить гоп. Давайте, двигаемся на паркур. У меня там были записаны результаты лагеря. Первый уровень за 50 секунд, второй уровень за минуту 19, а третий уровень за минуту 14. То есть только 3 уровня. Я тебя выдрючу. Слово даю. И слово даю то, что если ты влепишь лайкусик прямо сейчас, и мы наберем 30 тысяч лайков, я обещаю то, что я подумаю и сам кину кому-то челлендж. Если ты хочешь войну майнкрафтеров, блогеров, челленджовую войну на ютубе, дай мне знать. Ставь лайк, у кос не будет срокотаться, и набираем 30 тысяч лайков, обещаю, выйдет новая серия, я буду начинать прохождение. Ладно, у меня есть 50 секунд, чтобы пройти первый уровень. Хорошо, хорошечно, я прямо сейчас запущу секундомер. Где мой... Какой калькулятор? Дебилус, секундомер. Секундомер есть. Хорошо. Вы готовы, дети? Я... Не готов, потому что я не умею проходить паркур. Но ладно, ладно, я когда-то практиковался, 3-4 года назад, я проходил карты. 50 секунд. Я нажимаю старт, и мы с вами погнали. Время пошло. Нажимаю. Нажал, нажал. Так, 50 секунд. Первый уровень, точнее, первая часть первого уровня не такая уж и сложная. Вторая, мать твою, уже не очень у меня стартовала. Ладно, ничего страшного, ничего страшного, люки всякие. Ох ты, ёпперэсэте. Как я люблю заборный паркур. Что может быть лучше? Мне кажется... Ничего на этой планете, 32 секунды! 32 секунды! Я надеюсь, то, что заметно. Хорошечно, хорошечно. Так, первый уровень я выиграл. То есть, если я выиграю 2 уровня из 3, значит, я уже... не лох паркурный. Ладно, 32 секунды, и у лагера 50 секунд. Второй уровень, я говорил на начале, вроде у него было 1.19. Я вижу там опять забор. Ребят, 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 вы не могли выбрать карту попроще? Ладно, минута 19, я должен справиться. Ёханый бабай, сейчас я просто проэкспериментирую. Да, здесь будет уже сложновато допрыгнуть. Ну ладно, я нажимаю на старт и погнали. Нажал. Ах ты ж фуражка кота Бориса. Ага, ага. Допрыгнул, допрыгнул, вторая часть. Опа, допрыгнул.
так! А, да, зашибись, зашибись, зашибись. Я люблю, люблю мать твою. Извините, я в этой серии буду много раз. Я и так всегда много раз, мать твою, горю. Но в этой серии я чересчур много раз, мать твою, буду гореть. Мать твою. Ага, давай, давай, появляйся, появляйся. Ага, прекрасно. Сорок две секунды. А, минута 19 и 42 секунды. Ну слушайте, учитывая то, что я человек, который проходит паркур раз в 3 года, то что в моей майнкрафтовской ДНК скилл паркура напрочь отсутствует, я очень даже хорошо справляюсь. Ой, ядрёна мать, третий уровень, мне кажется, что вот... И что там вы понастраивали, что там за подъемники, что там за лифты, что там за голова дракона делает? Ой, мне кажется, вот как раз-таки вот здесь я буду очень сильно париться, чтобы допрыгнуть. Да, ну ладно, ладно, хорошо. Мне еще остался один уровень. Два уровня с трех я уже прошел. Начинаем проходить третий уровень. И посмотрим, что с этого получится. Сколько? Минута 14 или минута 15? Минута... Окей, округлим. Пускай будет минута 14. Я нажимаю на старт, и мы погнали. Минута 14. О! Я люблю эту карту. Я люблю эту карту. Я ненавижу эту карту. Я собака. Не, не я собака, я ненавижу эту карту. Я люблю тебя, Лайер! Сильно! Очень! Да что за хрень? А! Как запрыгнуть на эту башку? Опа! Я уже начинаю разговаривать как мистик. Да что это за хрень-то такая? Да Лайер! Да что ты делаешь? Лайер, да что ты делаешь? Да почему так, Лайер? Ну ты давай прыгай, Лайер! Да давай быстрее, Лайер! Ну, Лайер! Не в обиду мистику, просто ты смешно разговариваешь, мистик. Ядрёна мать. 50 секунд. 50 секунд. Подождите, у меня что-то башка закружилась. Мистик, как ты так разговариваешь? Я так... Пошокал! У меня аж башка закружилась. Это должно быть обидно, когда не паркурщик паркурит тебя на все 360. Подожди, а четвертого же уровня там не было, да? Ладно, я выключаю эту харизму. Я просто хотел показаться то, что я очень крутой паркурщик, но нет, я ни хрена не крутой паркурщик. На самом деле, реально, все, хватит строить из себя мачо. Хотя, как мачо может строить себя мачо, если он изначально мачо? На самом деле, хочу реально сказать огромное спасибо лагерю, и хочу сказать огромное спасибо, мать твою, мистику. И хочу сказать огромное спасибо Аиду за то, что он также принял участие в этом челлендже, не я один такой. Может реально устроить какие-то я благодарен лагерю, то, что вы не начали проходить этот сраный четвертый уровень, потому что я сюда даже не могу запрыгнуть. Как на этом слайд-блоке прыгать? Мать твоя красивая же... Как? Ладно, неважно. Четыре человека выполнили один и тот же челлендж. Я рад, я рад. Ребята, как я уже сказал, если вы хотите такие прохождения, такие челленджи, я буду только за. На самом деле, если что, вы мне можете бросать еще челленджи, я их с удовольствием пройду, только, пожалуйста, не паркур. Потому что... Да как сюда запрыгнуть? Потому что я ненавижу паркур. Мне кажется, мои подписчики знают это прекрасно. Да, не знаю, как сюда запрыгнуть, честное слово. Я очень сильно благодарен то, что вы не начали проходить вот этот уровень, потому что это жесть какая-то. Ап, ап. Но мне все же интересно, смог бы я его пройти. Потому что эти Стоять, не бить! Стоять, не бить! Потому что, как я знаю, вот эти магма-блоки, ну... Оу! Хорошо, и пос... А как я должен здесь... А-а-а, то есть здесь паутина, мне нужно прыгнуть туда вниз. Ну, слушайте, два... Первых испытания из одного уровня я уже прошел, но, как я понимаю, здесь у нас будет очень сложно. Аид прошел этот уровень? Твою мать. Твою мать.
твою мать. Ладно, все, хватит, я сегодня уже намучился. Пожалуйста, не мучите меня больше. Ребятушечки, Аид, Лагерь, Мистик и вся вселенная, хочу вам сказать огромное спасибо за эту серию. Ставьте лайкусики, если вы хотите, чтобы я выпустил ролик, где я буду бросать сам челлендж кому-то. Или вы можете также мне еще бросить какой-то челлендж, я его с удовольствием пройду. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели этот ролик, 30 тысяч лайков, и война будет продолжаться. Не забывай подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.